На улице шел снег, и два лосидзе жевали ветки. Оленидзе жевал морковочку, свеколку, огурчики, кабачки. В принципе, уже все накормлены, мы уже успели промокнуть. Что ты, мать Тереза? У нас опять, ну скажем так, по вот всем наблюдениям, то, что там прекратились идти на нас промышленные воды. А вы представляете, сколько при производстве там всяких сыров, комаров и прочих. Что ты, черноморская морда, а? У нас один из критериев. Так-то, конечно, у нас уже, но один из основных критериев, вот почти что филинятник вчера с Вероникой Георгиевной вдвоем делали, ну, осталось вот положить два кусочка. И там ему не присады, присады сделать. Палочку хотим подвесить вот на этом уровне. Вот, чтобы у него палка висела, на которой бы он мог прилетать. Вот у нас один из критериев нашей всей этой штуковины. Это вот это наше озеро. Вот. А озеро за лето заросло травой. Маленький прудик мы это, вот это место называли. Здесь, помните, Миха купался. Здесь же Соха купалась. Это было место ритуального побивания болота, чтобы таволга росла лучше. А сейчас здесь ни капельки воды. Несмотря на то, что уже неделю, там, ну, 4 дня идут дожди. Они не проливные, конечно, но сам по себе факт. Что еще у нас веселого, хорошего? Вот тут вот лужи появляются, вот они. Готовится десант. Мы вчера отправили ТЗ. Ой, у нас ТЗ как ХЗ. Вернее, когда ТЗ ХЗ, то и результат как ТЗ. Я специально пришел сейчас к прудику посмотреть на его наполненность. А прудик-то у нас наполнился. Было совсем, вообще было очень здесь все грустно. Этот палет, который там лежит, на котором мы ставили домик для утки, он вообще был, не касался воды. Что? Пришли тут. Вот здесь мне уже ходить нельзя, поскольку я сапоги продырявил. Здесь у нас как раз Гримпина вернулась. Вот, видите, да? Вот как раз это канава. А от этой канавы нас ведет там труба, которая, собственно говоря, втекает. О, я уже промок. Надо съездить купить другие сапоги. Такие же, но другие.
Машин лужа, колодец, все залито водой. Ну, в принципе, можно уже начинать сворачивать шланги, выливать из них воду. Вот тут поедут ребята. Все, Веронике Георгиевне нужно на совещание, поэтому мы поехали. Мы поехали на совещание. Машины игрушки. Валяшки, не валяшки. Вот она, парнокопытная, которая ела. Ну вот такой у нас изнутри получился пейзажик. Теперь у нас свой забор. Так, забираем поилку. Это нам отдали картошки и кукурузы. Вот такой у нас внешний вид нашего забора. Вот. И вот Вероника Юрьевна, мокрая и злая. Все, всего доброго, спасибо, друзья.